На пункт пропуска «Варшавский мост» с самого утра приехало семеро ребят. С нескрываемым волнением и безудержным детским любопытством вслед за экскурсоводом они перешли шлагбаум и ступили на территорию загадочного места, куда каждый день на работу ходят мама или папа. Вы знаете, в нашей стране замечательно проходит акция «Неделя родительской любви». И именно вот это сподвигло для того, чтобы впервые наши дети, дети наших сотрудников могли посмотреть, как работают их родители. Потому что, сами понимаете, у нас это закрытые объекты, сюда попасть практически невозможно. И поэтому мы сделали все, что возможно, чтобы именно ребенок посидел на родительском месте, где работает рабочее место родителя. Вот, допустим, я сама когда-то в детстве, скажу честно, посещала родителей на работе, и это было важно, поддержать тот карандаш, которым пользуется моя мама. Вот на сегодняшний день у нас 6 таможенных постов во всем Брестском регионе проходит такая акция. Именно вот в это время проходит такая акция. Все детки посещают именно посмотреть, как работают родители, чтобы понимали, какие тяготы службы у родителей, чтобы понимали, как это бывает. Что ощущают родители на своих рабочих местах? Начали экскурсию с визитной карточки подразделения выступления кинологической службы. Ребята были в восторге от служебных немецких овчарок и с удовольствием придумывали им задание на поиск. А самые смелые попробовали себя в роли преступника, перевозящего контрабанду, и на себе прочувствовали, что от служебных собак не получится спрятать абсолютно ничего. Ребята понаблюдали за процессами оформления товаров, автомобилей и железнодорожных составов, увидели сканирующую технику, ознакомились с работой в пунктах пропуска. Экскурсоводы и родители с удовольствием отвечали на все интересующие деток вопросы. Расскажи, кто у тебя на таможне работает? Папа. Ты рада прийти к папе на работу? Что ты сегодня увидела? Собачку. Эмоции, исключительно положительные эмоции, потому что ребенку тяжело объяснить, где работаешь. В основном, когда спрашивают, и в школах спрашивают, говорит на границе. Но что в этом понятии, граница скрыта, ребенок тяжело понять, пока он здесь не побывает. Поэтому эта идея, которая выразилась в том, что пригласить детей, показать непосредственно, где они осуществляют, их родители осуществляют свои функциональные обязанности, как они защищают экономические интересы государства, это очень замечательная идея. Поэтому, я думаю, впечатление у ребенка останется, и он сможет более подробно в следующем рассказать, где все-таки работает его отец, либо там другой родитель. Акция на работу к родителям-таможенникам – замечательная инициатива, которая полностью соответствует духу недели родительской любви. Работники таможни уверены, что это не последнее подобное мероприятие, и они еще не раз смогут пригласить любимых и близких к себе на работу, чтобы не только посвятить их в тонкости своей профессии, но и просто провести время вместе. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.